Ну вот, вышли на болото, тут к Лепу. Лосяшкиных следов, мама, не горюй. Да, вон, покажи. Да, лосятникам на зависть. Да, да. А вот ты. А вон там, вот он, видишь, сегодня кормился вот ночью. В этом месте. Да. А вчера ночью вон там кормился, видишь, в том месте. Я говорю, у меня здесь есть. Да, вот семья и броет. Да. Странно, как еще не выбил никто, бы. Очень интересно. Потому что их как тут, как собак так. Ну вот, закончились в кармане сигареты. Мы решили немножко распаковаться, чтобы достать сигарет. До озера осталось 1.5 километра. До озера 1.5 и по озеру 1 километр еще. Да, ну, немножко до, еще. До избы 2.5 километра. А, много набродов, рыбачек. И забыли про него. А вот пока дичь никакую не видали вообще. Ни одной птички не видели. Да, наброды свежие, лучшие, наброды все. Вот сейчас только-только расцветает. Ну, может, мало-мало опоздали или идем по ветру, поднимаем ее перед собой. Ну, а так, ничего. Хорошо все. Движемся. Все хорошо. Уже, грубо говоря, 2/3 пути прогнали. Да, осталось немножко. Ну вот мы на Малом Рок-озере выскочили. У нас была немножко сложная дорога, буквально 0.5 километра через лес. 300-500 метров мы, да, может, там, ну, с боями пробивались. По колено, мох проваливается, санки переворачиваются. Ну вот, мы на волшебном озере. Наконец-то. Ну тут по озеру нам до избы, до нашей избы. Не мнимой там, которая еще избушка одна есть, а где мы будем жить, еще буквально 1 километр, наверное. Ну вот, телепаемся по озеру. Идем в избу. Осталось немножко. Да, осталось. Миша, смотри, опять. Осталось чуть-чуть. Да, вон волчара, вот туда волчара ходил. Волчара ходил, да. Видео. Так, ну вот это самое. Заготовили дров тут немножко сырого, поднапилили. Это вот самое, березки. Сушничка покололи, вот тут уложили, чтобы подсыхало. Ну, нам на сегодняшнюю ночь хватит. Завтра мы уже будем основательно заниматься дровами. Первая ночь в избе. Так, подкрепились, покушали. Ну и немножко поспали. Где заготовочкой? Ну вот, выходим на рыбалку. Первый день рыбалки. Сейчас будем искать рыбу. Живца надо подловить, поставить жерлицы. Зимой я здесь не был, был летом. Летом тут рыба, конечно, клевала отмена. Всяко разно. Сейчас, где она стоит, не знаем, как бы там, ну, пока. Сейчас ориентируемся по глубинам и тому подобное. Ну, вот. Сегодня ночью к избухе приходил волк. Видишь, он там воду там набирал. Угу. В 4-5 метрах буквально от избушки. Пришел, что-то покрутился. Странно очень, ну, удивило этот одиночка, блин.
теперь будем ходить в туалет ночью, если там по-большому, только с оружием. С утра проснулись. Да, строго с оружием. С утра проснулись тут, пока темно еще было. Недалеко от избушки гекали куропатки. Пробежались там, ну, по звуку посмотреть, где чего. Ну, не нашли, не видели их. Ну, не стали далеко там заходить в лес, загубляться. Что сейчас расцветает, надо уже идти, пробовать ловить рыбу. На охоту пойдем, наверное, с утра, завтра сходим еще, что-нибудь поищем. Надо добыть что-то, сварить. Ну, что-то жирность осталось. Может быть, может быть. Ну вот, рыбалки осталось у нас буквально час. Первый день сегодня. Ну, так, не очень удачно, потому что не можем поймать живца. Тут уже надырили столько лунок, что мама не горюй. Поймали 120, вот. 20 набурили. Ну да, вот окунька, вот тут 4 штучки мы поймали на уху, он крупноват для этого самого, для живчика. Была одна сработка на жерлицу, поставили 5 жерлиц, все, одна была сработка, оборвала жерлицу, короче. Ну, бывает и такое, что сделаешь-то. Уже шкуру неубитого медведя поделили. Уже чуть ли не съели. Да, уже чуть ли не съели, о, все, щука хорошо поймали и нифига, жерлицу оторвала. Жерлица новый комплект, все новое, ну, что-то подвела. Ладно, ничего страшного, будем ждать дальше. Может, леска тонковата? Ну, пришел Ванька. И весь в шоке Ванька. С озера, да. Я только-только снимал видео про этого волчару. Его Ваньки не было, наверное, минут 15. И сейчас шел обратно по егоному следу, который был в ту сторону. Уже сразу волчий след продавил его след. Это какой-то кабанчик. Да, он вот за нами все что-то ходит уже. Ну, вот, сейчас пошли вторые сутки. И он все рядом ходит. Да, этот волчара все время с нами рядом. Мы его ни разу не видели пока еще. Не показывается нам на вид, но, наверное, тоже не тупой понимать, что кроме пули ему нечего от нас получить. Сегодня без рыбы, в общем, на уху не наловили. Ну, делаем тушеную картошку тут с овощами, да, с тушенкой. Будем есть тушенку. Охотники и рыболовы, дичь не добыли, рыбу не наловили, короче. Ну, извини, рыбы-то мы чуть добыли. Ну, чуть-чуть, да. Охотники и рыболовы рыбу не добыли, дичь не настреляли, короче. Еще от волка бегаем 2 дня уже. Да, волчара нас преследует. Может, здесь около избы сидит, как верный пес. Ждет, когда кто-нибудь пописать пойдет. Без ружья. Ну вот мы решили еще утеплиться. Сходили на берег за камнями. Сейчас еще будем печку утеплять. Вот. Опа. Опа. Потому что нам хватает топки. Ну, тепла от печки, закладки. Всего на 4 часа. Вот, искали камни. Все хорошо, блядь. Один. Самый большой, наверное, да, остался. О, блядь, это самый тяжелый. Давай, подавай сюда его, блядь. Опа. Так, осторожно. Это самый тяжелый. Все, сейчас мы сюда это все уложим. Майка, печку посвети. Нихера не видать, блядь. О. Тут еще места остались у нас, где можно камушками обложиться. Бересту уберем. Ну, у нас утро нового дня. Ранее нахуй. Да, проснулись. Ну, нам как по прогнозу обещали, что будет дождь, но не думали, что так будет. Он сильно, конечно, поливать у нас у избы. Вон аж целая лужа. На улице погода мерзкая, ветер штормовой.
И поливает дождь, все сырое, рюкзаки, все сырое стоит на улице. Не айс, да, даже он задувает в избушку, он ружья все он стоит в капиллярах. Ну, ружье, думаю, это сейчас флаконом обработаем. Ничего страшного с ними не произойдет. Главное, чтобы потом морозом не ударило, чтобы ничего не заклинило, механизм никакой у меня. В нужный момент. Да. А так все, я тут кушаем. Ну, хочешь не хочешь, нам надо один черт идти. В любом случае, жерлицы вчера поставили, надо жерлицы проверить. И нужно идти на... Муху наловить. Да, на речку, на дальнюю. Там пойдем, сходим на речку. Что-нибудь там надыбаем. И еще, на, ну, опять же, плюс же вес, и надо выставляться. От того, что у нас валяются жерлицы в рюкзаке, они рыбу не наловят. Все, выходим. Второй день рыбалки. Ну, рыбалки, охотно, совместно все. Выходим с избы. Вот у нас вот такое чудо творится. Штормовое предупреждение. Ну, как и обещали, в принципе, что будет штормовое. Поливает дождь, вон у избы лужа здесь. Все текет, все тает. Вон тут, ну, все подтаивало. Ну, нам деваться некуда, нужно идти. Вчера заготовили хотя бы заранее дров, пока еще. По заморозку сбегали, вон, сухарину притащили. Одну, там вторую, одну, вторую, третью, да, там еще две уже вытащили на озеро. Потому что ходили по озеру, по кромочке. Пилили, рубили, вытаскивали на озеро, чтобы потом можно было без блина. Нормально, что хоть вынесли. Ну и все, идем, нам деваться некуда. Не будем же мы сидеть в избе. Надо идти все равно. Где были? Все, все уже. Мы уже сырые, вот час на льду, сырые насквозь. Нормальный хозяин собаку не выгонит в такую погоду. Ну, пробежались, проверили жерлицу, было две сработки. Одна сработка была пустая, вторая сработка где-то опять намотала на какую-то коряшку. Ну, жерлицу пришлось отрывать, да. Намотал на кулак и ее оборвал. Ну, а эти все пока молчат. Ну, такая погода, еще не факт, что что-то вообще будет клевать. Озеро есть озеро, еще плюс глухозимие, да какой клев, что-то ее матери. Ваньки, полунки, капли булькают. Купали, Ванька, он весь сырой, он уже. Это черт. Да, все, кирдык. Ну ладно, что, сейчас там, ну сколько сможем, столько помудим. Столько половим, потом, наверное, да, до избы, и уже будем после просушки ставить жерлиц. Ну вот, мечтали об ухе на костре. Полноценная уха. Островая. Ой. Наконец у нас полноценный ужин. Это у нас. Вы еще будете 2 часа снимать видео. Все. Щука, окуня. Все, сварили наконец-то вот волшебную уху. Так. Вкуснотищу. Хотели ее сделать вчера, но вчера у нас не хватило рыбы на уху. А сегодня вот подловили немножко. И все. Третий день рыбалки, вышли на озеро, все замерзло, вчера поливало дождем, ночью все выяснило, все замерзло, что там в озере. И вот жерлицы тоже стоят, куда стояли вчера с вечера еще, они все повмерзали. Мороз такой, но ночью был нехилый, наверное. Тут все заморожено. Ну, сегодня будем их-то все развивать, обслуживать как-то. Надо настораживать по новой все. Ну, тут вчера вот нашли глубина, где-то около 2 метров, наверное. Глубже пока места ни одного не нашли. Вот только в этом месяце. Озеро сплошная мель. Ну вот, расклевались. Нашли мы все-таки местечко, но окунь ножки любит.
Лунок тоже нормально посверлили. Ну так, с лунки 2-3, 2-3. Окунь вот такой вот ладный. Хороший окунек. Грамм по 200, 250. Я тут не сильно, я же замерзла почему-то, да? Он все подмыло еще, видишь, вот с этого самого. Дождем-то поливало, все подмыло снизу. Не дергает? А я ее в сторону откинул. Есть. Есть? Ну блин. Хочет? Наверное, хороший экземпляр. Да. Нормальная щучка. Блин, а? Помочь? Да не. Обычная система. Блин, а? Нифига себе. Ого! Резочка-то тоненькая. Угу. Не капрон, как у нас делают. О, о. Блин. Что-то я не могу. Перехватить, может, пониже? О-о-о! Еще больше. Это уже 3,5 где-то. Это уже вообще хорошее. Сегодня день у нас хорошенький. Все, выключаю. Все, туго пошла, сейчас полегче. Ну, пошла идет по направлению. Знаешь, как тряпка тянется какая-то. Не дергается ничего. Налим, может? Может, они не дергаются вообще. Как тряпка тянется. Опа. Нет, дергается. Два небольшие. Опять такая лямка тянется. Блин, нормальная лямка тянется.
вот наш сегодняшний дневной улов. Такой неплохой. 7 щук. Окушков нашлепали. Ну, около дела сегодня порыбачили. Хорошо. Щука хорошая, крупная. Вроде что-то нашли. Где какая рыба ловится. Ну все, пришли мы в избу обратно. Замотанные немного. Да. Сегодня подустали малость. Подняли 7 щук. 5 хороших от 2 до 3 килограмм. И 2 до килошки. А там килошка чуть меньше там. Эх, нормально сегодня порыбали. Окунь не клюет ни хрена крупный. Средний мелкий. Средний мелкий. Да. Мелкий в основном, не средний. У нас утро 4-го дня. Дикий ветер. Да, опять. Что опять? Все опять вот текет. Тает, сырое. Но сегодня нам по прогнозу обещали дождь. Позавчера дождь, вчера мороз, сегодня опять дождь. Вот теперь он уже даже тропинку все расквасило. Сейчас выдвигаемся на другое озеро. Прогуляемся по лесу. Ставим жерлицу, оставим на сутки. Но погода не радует. Все живые. Все живые вон прыгают. Возьмем нашу 15 с собой, да? Да? Нам на жерлицу только, потом на обраде пути еще можно взять и уже на замену, когда проверять будем. Такой вот здесь ручьё. Даже в морозы не замерз. Идет куда-то по болотцу. С болота выходит или заходит. Вот и все. Вышли на озеро под названием Колонколент. Тоже такое название. Язык можно сломать. Но пока заходили, видели 3 куропаток. Видели уже, конечно, поздновато. Но, в принципе, к охоте были не готовы уже. В такую погоду охотиться — это одно мучение, так сказать. Ну вот, пришли вот такое озеро. Оно небольшое, где-то длиной буквально, наверное, километр. Вот, нам где-то половинку надо идти до места ловли. Куда погнал твой? Ну, по крайней мере, уже увидели дичь какую-то, причем сидела буквально метрах 100-150 от избы. 3 куропатки неплохих. Но не наши были, не наши, невкусные. Озеро Колонколент. Поставили на нем 1,5 десятка жерлиц. С собой живца принесли. Срок озера. Ну и здесь нашли глубинку немножко поприятней. Недалеко от берега. Больше метра глубина. Ну, часть жерлиц поставили на мели, часть чуть-чуть поглубже получилось. Но завтра нам покажут, что будет и как. На удочку пока он поклевки только не видал. Ветрище шквальной. Тает, тает, тает. Завтра снова будет бегать на коньках здесь. Вот, сегодня подставили жерлицы. Обратно идем, уже улов есть. Да? И обратно идем, вторая уже сработанная. Камуфляжка сидит.
два. Сейчас подошли, опять сегодняшние жерлицы только поставили. Коротко. Подняли, шерца нету. Выкинь. Поставили, но жерца не успели опустить. Вот она здесь уже и сидит у нас. С рук взяла? Сразу с рук, не успели поставить даже. Хорошая опять ушечка. Все, выходим с озера Колонковин. Поставили жерлицы. Завтра вечером сюда придем их уже снимать, потому что послезавтра мы уходим домой. Вот было 5 сработок. Вот 3 щучки взяли. И такие полторашки, на грамм 800. Сейчас заходим все уже в лес. И надо найти на рог озера, там жерлицы свои проверять. Ну, у нас сегодня день такой разгрузочный. Жерца мы наловили заранее, еще со вчерашнего дня запаслись. Так что нам же не нужно никуда идти, ничего ловить, ничего искать. А тут озеро маленькое такое. Поставили. За час поставили? Да, 15 жерлиц, за час 5 сработок из 15 жерлиц. Нашли еще одну избу на Рок-озере. Ну, про эту избушку мы не знали. Ну, тут народ был, следы даже есть. Таганок сделан, костровище. Избушка такая, да, ляпик он даже маленький лежит. Вот. Котелки стоят, но эта избушка такая посвежее, получше, конечно. Раз тут темно, не буду ничего снимать. Ну, темень не видно ничего. Без фонарика пошли. Вот такая избушка. Избушка хорошо. Вот так вот. Ну такая поприятнее изба, посвежее. О, вот это уже хорошенькое. Я могу вас поздравить. Это примерно тушечка. Наши победили. Ура! Все. Вот у нас еще щучка сегодня одна. Да, взяли. Вот забагрили еще одну щуку, опять поднимали багром, хорошая такая, вроде 3,5, ближе к 4 килограммам. И до этого сняли, вот еще одна здоровенная лежит, вот это поле там 4 с лишним, хорошо, нормально. Пробиваем лунки, проверяем рыбу, которая вытащена, опять забагрилась. За бок ту рукой вынимать приходилось и пролезала в лунку. Это таким же макаром, в принципе, вышло. Ну ничего, нормально. Хорошо. По крупничку сегодня работаем. Конец 4-го дня. Наварили борщам, у нас такой борщ, как рагу овощное. Что-то переборщили там. Свининка оставалась, так килограммчик туда шлепнули, да. Свеклулки там. Ну, будем есть, что сделали, то и сидим. Вот. А тут у нас еще огородное блюдо делается. Щука в сметане с помидорами. Тут больше, ну, где-то половина сковородки печени до икры. Со всех... Это тоже, наверное, готово уже. Да, со всех щут навынимали. Так, нам хватит
на этот денек, да на следующий. Да, на два дня нам хватит. Покушать. Все, печку затопили, все хорошо. Но нам обещали, вот дождь, вчера у нас дождь шел, поливал весь день, все промокли. Пока на рыбалке были ветрища, дождина. Так он и получился. И нам обещали, ну, сегодня был мороз весь день, как бы, и ночью все выясняло. Сейчас к вечеру поднялся опять ветер. Все небо затянуло. Отпускает погода, так, наверное, опять дождь будет. Который нам не нужен. Завтра хотим идти на другое озеро. Надо тут топать будет на лыжах через лес. Чтоб нас не промочило там на другом озере-то. Сбегаем на разведку завтра. Ну, что, приятного аппетита? Ну, типа того. Пришли на озеро Каланколин, сняли жерлицы, завтра уходим домой, чтобы сюда завтра не возвращаться уже за ними с утра. Завтра будем выдвигаться. Вот, попалось 4 такие, еще 4 килограммовочки, травянки. Стояло 17 жерлиц, сработало 12. Ну, она мелкая, хапает, еще разматывает их. Но все равно, а на том озере, на роге, у нас сегодня не было ни одной, да? Или одна сработка? Одна сработка всего была. Вчера, позавчера щука там брала хорошо, а сегодня отказывается клевать, хоть убей ее. Не клюет. Зато сегодня половил Ванька окуня такого неплохого. И тоже клевал, минут 15 стаечка подбежала. Поклевал, такой ладненький, там по 250 даже, может там 300 грамм. А так, все. Сюда уже больше не пойдем завтра. Завтра утром снимаемся на Рок-озере и на лыжи и уходим на паровоз. Погода опять мерзкая, хотя на сегодня такую погоду не обещали. Идет сырой снег с дождем. Ветрище то есть, то нету. Сейчас вот за берегом пока тихо, а так все ветродуй. Вот нам бы завтра, чтобы не отпустило, на лыжах уходить, по снегу там бороздить, по лесу. Леса много опять будет на обратную дорогу. Вот, шли с озера, Ванька сделал нырок, прям на лыжах провалился. Так, ну а тут... Ну, сильно замочил-то, я? Да не, нормально. Даже у этого Савы, я, блин, ремешок порвал. Упал. Ну ладно, все, сейчас починим в избе все это дело. Починим. А ствол не заткнул? Ствол нет, ствол чистый. Ладно, пошли в избу, сейчас надо обогреваться тебе, чтобы... Вот, у нас конец пятого дня. Все, притащили пару сухарей. Набили дров. Сухарину еще одну стороночку оставили. Стоит. У нас сегодня ночь, завтра последняя. Послезавтра, грубо говоря, уходим. Дров этих хватить должно, пару ночей там еще в избе, и березка сырая, и все остальное, ну все хорошо. Вот сегодняшний улов у нас, сегодня взяли 9 щук, 2 щуки, ну, больше 4 килограмм, сначала показалось-то поменьше, ну четверка есть стабильная, парочку. Потом 3 щучки, килограммчика по 2 и 4, это в районе килограммчика, там чуть поменьше, там 800 килограмм. Ну так, нормально, удачно, мы сбегали. Было 3 обрыва жерлиц, оборвало, ну 2 жерлицы оборвали на задеве, одна жерлица стояла оборванная, оборвала вот. Щука. Послезавтра мы уходим отсюда. Заготовил заранее дров, нарубили столько, что мама не горюй. Ну, люди после нас придут, хотя бы будут дрова сухие. Вот, еще на улице дров оставили. Сырая береза, сушина. Все заготовили, все уложили, напилили. Ну, мы без бензопилы, потому такого люката толстого не пилили. Мы все в ручника пилим. Ну, вот так. Сейчас немножко посидим. Готовимся ко сну. Завтра день тоже такой,
довольно-таки тяжелые. Пойдем на озеро снова Каланкалент снимать жерлицы. Туда позавтра не пойдем, уже послезавтра будем собираться и уходить домой. Вот пролетела неделя у нас. Время сейчас почти 11 часов утра. Собрали свои шмотки, упаковали все. Все, игрушки прибрали, дрова уложили, все хорошо, все чисто, в порядке. Ну, выдвигаемся. У нас даже друзья опять провожают нас, вот их кормили целую неделю. Уже не боятся нас, сойки. Обычно боятся, не подпускают, к нам привыкли. Тут в избу залетали сами. Да, да, все, в общем, выдвигаемся, время 11. Нас где-то в 3:30, в 4 должна забрать машина и Докими. Так что выходим. За эту неделю на озере стаял весь снег. Ну, местами такие островки остались. Даже нечем жерлицу было присыпать. То мороз, то дождь поливает сутки. Потом снова день морозика такого небольшого. Потом опять дождь поливает. Но сейчас вот мы в везении, потому что нам хотя бы на обратный путь немножко все подморозило. Так что нам будет сейчас попалиться, то проще снова топать. А все переживали, что пойдем по сырости. Долго будем выходить. Вот, нашли еще одну избушку. Тоже состояние такое неплохое. Жить можно. Но тут давненько никого не было уже. Про эту избу мы также не знали. Ну, а я на этом озере был только летом один раз, и то ходом проходил. Зимой первый раз. Ну, теперь знаем, три избушки. Мы знали, что на озере три избы. А где находятся они, только про одну знали. Так что так вот, на будущее, опять же, будем знать. Все, вышли к трассе, сейчас переодеваемся, распалили костер, пришли с опережением графика на 2 часа, так как наша тропа вся подмерзла, и шли с одним перекурчиком всего. Сейчас поедим сальца, скипятим чайку, сделаем маленький перекус, машина только приедет через 3 часа. Ну, там еще в одном месте на болоте нам лоси всю тропу разломали. Столько много лося. Опять видели след волчий. Он первые 2 дня нас преследовал. Потом куда-то скрылся, не видно было больше его. А сейчас на лосиной тропе увидели волчий след. Ну, наверное, ходит за маленьким теленком. Волк-одиночка ходит за лосями, пытается забить теленка. А потом увидел нас и решил, наверное, нами заняться. 2 дня нас спас. Потом ушел, да, куда-то пропал. Ну все, в общем, мы рыбы наловили. Все довольны. Все довольны, да. Поймали где-то, наверное, порядка 50 килограмм рыбы. Сейчас вот это все на серистый, ну, конечно, шкурили ее. Без башок, без хвостов. 24 щуки взяли. Щука в среднем 2 килограмма. Все отлично, отдохнули. Сейчас на машину, потом на поезд и домой.